Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале, и в этом видео я расскажу, как добавить субтитры на иностранном языке в любой из ваших клипов на YouTube просто в 4 клика. Для этого мы заходим в творческую студию YouTube и находим тот файл, в который нам необходимо добавить субтитры. Переходим во вкладку «Субтитры». И здесь у нас уже автоматически выбран русский язык, и он добавлен сюда как язык видео. Мы переходим сюда и кликаем «Копировать и изменить». Здесь мы видим, что у нас появился русский язык. Мы кликаем «Изменить временные метки». И мы теперь проверяем текст в этом ролике, чтобы здесь были знаки препинания, были буквы заглавные и так далее. Ну, я немного исправлю, но в интересах этого ролика дальше исправлять не буду. Например, «Добрый день, друзья», ставим запятую и так далее. Редактируем русский текст. Чем лучше мы отредактируем русский текст, тем более точным будет перевод на иностранный язык. Теперь мы кликаем на клавишу «Опубликовать», и таким образом у нас опубликовано видео на русском языке. Что мы делаем? Мы нижний файл, который был создан, автоматически удаляем. Он нам уже не нужен. В нем есть ошибки. А в этом файле ошибок нет. Теперь мы добавляем перевод на другой язык. Я выбираю, например, английский «Соединенные Штаты». Английский язык «Соединенные Штаты», вкладка «Добавилась». Мы кликаем здесь на клавишу «Добавить». И после этого у нас активируется вкладка «Перевести автоматически». Вот мы кликаем на нее. И мы видим, что у нас автоматически появился английский язык. Теперь, если мы владеем английским языком, мы его проверяем. Если мы не владеем английским языком, мы можем скачать этот файл. О том, как скачать файл, я говорил в моем прошлом видео. Вы можете посмотреть его по ссылочке. Я оставлю ссылочку под описанием. И после этого публикуем. И таким образом у нас опубликован английский язык «Соединенные Штаты» в нашем файле. Автоматически, практически в несколько кликов. Кликаем на ролики. Добрый день, друзья! Я рад, что вы смотрите мой канал. Кликаем и ободряем меня своими просмотрами, лайками, комментариями. Я думаю, что скоро я запишу видео, в котором расскажу, почему я именно делаю канал, как я... на английском языке. Если вам, друзья, понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в новых видео на моем канале.